Больше 100 тысяч детей охватят летним отдыхом в Павлодарской области, а это 98% всех школьников региона. В скором времени начнут работать пришкольные и загородные лагеря, а также летние площадки. Каким будет летний досуг у ребят при Иртыше, расскажут наши корреспонденты. В этом здании 5 лет назад был детский дом. Затем его закрыли и решили сделать здесь загородный лагерь. Сейчас сюда в первый сезон приехали отдохнуть больше сотни детей. Очень хорошо. Тут очень классно, хорошо кормят, классно проводим день, много мероприятий. Сразу познакомились в первый день. Для полноценного и полезного отдыха все предусмотрено. Этим летом здесь решили работать в этнолингвистическом направлении. Знакомить школьников с культурой, языком и традициями народов страны. Совместно со школой национального возрождения имени Даржуманом открываем здесь этнокэмп. Здесь будут уроки по различным языкам, будем готовить мероприятия, рассказывать о самобытности народов, населяющих Казахстан. В пандемию загородный лагерь был вынужден приостановить свою работу. В этом году очень много желающих отдохнуть здесь. Я в этом лагере в первый раз. Мне здесь все нравится. Очень много друзей приобрел. Весь день проходит насыщенно. Очень много разных игр, походов, соревнований. Этот лагерь круглогодичный. Он рассчитан на 22 сезона. В целом по области насчитывается 12 загородных лагерей. Гульнар Жантасова, Марат Игеликов, Женис Темрбулат. Павлодарская область.